Всем огромный привет! Начинаем готовиться к масленице. В этом видео покажу рецепт тонких дрожжевых блинчиков на молоке. Блинчики получаются тонкие, эластичные, не рвутся. Можно кушать их с маслом, с вареньем, со сметаной, а можно заворачивать в них начинку. Список необходимых продуктов я оставлю в описании под видео. Для приготовления теста в миску выливаю 250 мл теплого молока, добавляю 1 яйцо, пол чайной ложки соли, 1 столовую ложку сахара, пол чайной ложки сухих дрожжей. Сюда же высыпаю 200 грамм просеянной муки и хорошо перемешиваю с помощью венчика, чтобы не было комочков. В полученную смесь вливаю еще 250 мл теплого молока и окончательно хорошо перемешиваю. Благодаря такому способу можно легко приготовить тесто без комочков. В самом конце вливаю 2 столовые ложки растительного масла и хорошо перемешиваю. Тесто готово. Накрываю пищевой пленкой и оставляю в теплом месте на час-полтора для подъема. Вот такое пышное и пенистое тесто получилось. На хорошо разогретую сковородку выливаю половник смеси и поджариваю с одной стороны примерно 20-30 секунд, затем переворачиваю. Время жарки блинчиков зависит от мощности вашей плиты. Как только блинчик начинает коричневеть по краям, а сверху не остается сырых участков теста, его можно переворачивать. А со второй стороны блинчик жарится чуть быстрее. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Желаю приятного аппетита, готовьте с удовольствием и будьте здоровы! До новых встреч! Пока-пока!